В Бендерском педагогическом колледже ждут абитуриентов, будущих учителей, начальных классов, воспитателей детских садов, преподавателей музыки и педагогов по хореографии. Приемная кампания в самом разгаре. Наталья Ткачук с подробностями. Николай Мандажи – директор педколледжа в Бендерах и сам выпускник этого учебного заведения. В этом кабинете за этой партой в первом ряду как раз и сидел все годы учебы. В их группе, в которой обучались на педагогов начальных классов, на 30 девчонок было всего несколько ребят. О студенческих годах вспоминает только с улыбкой. Сейчас приехал сын классного руководителя нашего, Татьяна Николаевна Дерекот, приехал с Киева. И у нее один сын, а у нас было в группе 4 мальчика. И он, когда приезжает, здравствуй, брат, он меня называет своим братом. Педколледж в Бендерах как одна большая семья. Спустя годы выпускники все так же приходят поговорить по душам с преподавателями. Наталья одна из 74 выпускниц этого года. Отличница. Ее фотография на доске почета. Сейчас поступила в ПГУ на социального педагога. Сегодня пришла с сестрой Николь проведать родные стены. Та тоже решила, как только окончит школу, поступит сюда. Учителем. А почему? Потому что если Наташа стала учителем, то я тоже стану учителем. За 36 лет педколледж в Бендерах выпустил более 5000 выпускников. Во времена, когда нынешний директор был сам студентом, конкурс доходил до 16 человек на место. Все хотели быть учителями младших классов. Сейчас перечень специальностей расширился. Педколледжи ждут будущих воспитателей детского сада, преподавателей для особенных детей, учителей музыки и хореографии. Но первые в рейтинге популярности все так же учителя начальных классов. Молодые девчонки хотят воспитывать детей. И вот они приходят, у нас уже на сегодняшний день 15 заявлений детей, которые хотят воспитывать детей, вот так вот скажем. Собрала все документы, посоветовалась с родными и коллегами на работе и приехала сюда. Людмила из Красногорки сегодня подает заявление на специальность «воспитатель». У нее уже, кроме двух своих, еще 30 любимых малышей. Девушка уже работает в детском саду. Теперь хочет получить образование. Ну, не знаю, призвание. Мы посмотрим, призвание будет мое или нет. В педколледже Бендер есть все, чтобы получить достойное образование. Кабинеты с проекторами и компьютерами. Мебель сделана на заказ. Чтобы обучение было наглядным, кабинеты обставлены и оформлены как группы в детском саду. Для иногородних общежития – просторные комнаты с отдельным санузлом, на кухне – все необходимое. Есть бойлер, есть горячая вода, то есть девчонки моют посуду горячей водой. Обучение в педколледже 4 года. Школьников ждут после 9 и 11 классов. После окончания учиться в университете можно будет на год меньше. Прием документов до 25 августа. Наталья Ткачук и Александр Зелинский. ТСВ.